4 июня с рабочим визитом Атомград посетила депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Каждый визит представителя политической партии «Единая Россия» в Десногорск сопровождается традиционным личным приемом граждан в Десногорском местном отделении. На встречу с политиком приходят граждане, чтобы получить консультацию и помощь в проблемных жизненных ситуациях. Результаты таких встреч становятся основанием для будущих инициатив и законопроектов. На приеме также присутствовал секретарь Десногорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Новиков. Прием 4 июня был посвящен вопросам многодетных семей. Хотим, чтобы это вошло как предложение от всех в программу партии на следующий созыв Государственной Думы. То есть это были бы такие, знаете, закрепленные обязательства. Был этот закон разработан. Это даст возможность принимать, у нас сегодня есть закон об основных гарантиях прав ребенка, чтобы был закон об основных гарантиях многодетной семьи. То есть вот сейчас первая задача – единый статус и единое удостоверение на территории Российской Федерации. На встречу с Ольгой Окуневой пришли три человека. Кроме общих вопросов, у каждого из них личная проблема, требующая индивидуального подхода и решения. Материнский капитал, предоставление участка для строительства, проездные для детей, трудности, с которыми встречаются многодетные семьи. Цель партийных встреч – изменить текущее положение дел. Вот знаете как, вот мы как многодетная семья, да, нам все сочувствуют. Вот нам все сочувствуют, смотрят, да. А мне вот хочется, чтобы нам все завидовали и шли вот по нашему пути. В ходе рабочего визита Ольга Окунева также посетила будущий культурно-досуговый объект «Атомпарк-1». Воплощение проекта в жизнь началось в марте этого года, и первые этапы строительства уже пройдены. Сопровождали парламентария, поясняя весь процесс строительства, глава муниципального образования город Десногорск Смоленской области Андрей Шубин, заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Анатолий Терлецкий, директор ЭЦМ Смоленск Сергей Печерица, главный инженер предприятия Вячеслав Нужен и представители подрядной строительной организации «Ситилинк» из города Курска. Стройка идет полным ходом. Уже сейчас на территории прослеживаются очертания будущих элементов парка, которые и прошли проверку. Сегодняшний мой приезд в том числе говорит о том, что это контроль за реализацией проекта в общественных пространствах, потому что должно быть эффективно и качественно, и в интересах жителей. Видно, что стараются и делают добросовестно этот объект строители, потому что они сами здесь тоже живут и тоже со своими семьями придут и смогут, ведя за руку сына или дочь, сказать: «Это делал я». Благоустройство общественных территорий – значимое направление в работе городской власти. Очень важно, проектируя объект общественного пользования, учитывать потребности жителей, создавать площадки для подростков и малышей, удобства для людей преклонного возраста и с ограниченными возможностями. Как отметила Ольга Окунева, при проектировании «Атомпарка-1» все необходимые условия были соблюдены. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.